В один прекрасный день Киндер встречал учеников детского сада. Они выйдут с минуты на минуту. Киндер! Привет! Всем привет! Привет! Хорошо всем доехать. До свидания. До завтра! Хорошо тебе доехать, Киндер. Ладно, поехали, ребята. Знаете что? Я вчера видела Фрэнка. Что, правда? Угу. Он такой классный. Из всех машин мне больше всего нравится Фрэнк. Мне тоже. Он тушит пожары и спасает людей. А мне Бэт нравится больше, чем Фрэнк. А мне нравится Алиса. А по-моему, лучше всех сильный Макс. Может быть, скажет и про меня. Моя любимая машина добрая и серьезная. Это я? А? Да, ее, конечно. Что? Это не я? Уже зеленый. Ну давай же. О, ну ладно. О, это Тайо? Где? Где? До свидания. Киндер, можно выйти? Быстрее. Хорошо. Тайо! Привет. Вы уже домой едете? Да. А ты сейчас куда, Тайо? Я уже закончил работать и еду на игровую площадку. Ничего себе! Ух ты! Ура! Я? Что? Вам пора домой. Но я хочу поиграть с Тайо! Я тоже! Я! Как вы тогда попадете домой? Я их отвезу! Правда? Ну ладно, но ненадолго, хорошо? Ура! Спасибо! Запрыгивайте! Хорошо, поехали! Позаботься о них, Тайо! Ладно, пока! По-моему, дети любят кого угодно, кроме меня. Может, все-таки я им тоже нравлюсь? Киндер, ты что-то рано. Уже всех развез по домам? Нет, Таю с ними. Он привезет их домой попозже. Ясно. Я хотела у тебя кое-что спросить. Ты как раз вовремя. Что? Что спросить? Я хочу организовать экскурсию, но пока не решила, куда. Поэтому я подумала, может, ты поможешь мне спланировать? Я? Да. Детям очень понравится, если ты это сделаешь. Детям понравится? Киндер, это была лучшая в мире экскурсия! Я люблю Киндера больше всех! И я! Рад помочь! Хорошо! Я сделаю это! Тогда займись этим! Хорошо! Я не подведу! Киндер приехал к Орешку и другим маленьким автобусом перед экскурсией. Куда поехать с детьми? Да! Я еду на экскурсию с детьми из детского сада. А? Ясно. А куда им надо поехать? А как насчет гор? Да, им очень понравится кататься на треме. Правильно, у нас же есть треме. Ой, а я могу показать им цветочный луг. Правда? Да, я с удовольствием помогу тебе, Киндер. Спасибо, ребята. На здоровье. Возвращайся в любое время. Хорошо. Правильно я придумал спросить у них, что еще можно сделать после поездки в горы? О, волшебное шоу Джоуи. Точно! Им наверняка понравится! Тайо! Маленький автобус! Сегодня день экскурсии, на которую Киндер отправляется с детьми. Будет весело! Куда мы едем? Эту экскурсию планировал Киндер. Что, правда? Да! Значит,
сначала мы поедем в горы, а потом на волшебное шоу Джоуи. Волшебное шоу? Я не могу дождаться! И я! После этой поездки все меня полюбят. Хорошо, выходите по одному. Приехали. Все по одному. Всем привет. Меня зовут Трэмми. Привет! Трэмми поднимет вас на гору. Здорово! Здорово! Ребята, заходите. Ура! Поехали! Береги их, Трэмми. Не волнуйся. Поехали. Мне тоже пора. Скай! Оу, Киндер! Что ты здесь делаешь? Я привез детей из детского сада к Трэмми. Им наверняка понравится. Да! А вот и мы. Ой. Было круто! Ну что, всем понравилось? Да, было здорово! Было очень интересно! Ты лучше всех, Трэмми! Приходите почаще! Я хочу ездить на Трэмми каждый день! И я! Но Трэмми ездит только по горе! Мы можем прокатиться на нее дорогу вниз! Теперь все любят только Трэмми! Киндер привез детей на красивое цветочное поле. Так красиво. Всем привет! Всем привет! Привет, Орешек! Ребята, сейчас Орешек расскажет вам о цветах. Да, задавайте вопросы. Хорошо! А как называется этот цветок? Он называется форзиция. Правда красивый? Да! И к тому же отлично пахнет. Ух ты! А это что? О, это четырехлистный клевер. Клевер? Да. Клевер с четырьмя листьями приносит удачу. Ничего себе, как интересно! Орешек знает все. Круто! А про меня они совсем забыли. Дети сели рисовать. Так, все готовы начать? Хорошо. Нарисуйте то, что нравится. Хорошо! Что-то, что мне нравится. Что же нарисовать? Ребята, что вы рисуете? Нет, не смотри! Нет! Это секрет! Какие они злые! Куда мы отправимся на этот раз, Киндер? Мы поедем на волшебное шоу Джоуи. Что, правда? Я не могу дождаться! О, хорошо, домчимся с ветерком! Ты в порядке, Киндер? Лопнуло колесо. Надо позвонить Хане. Хорошо. Ребята. Почему сейчас? Ведь надо скорее ехать на шоу. Что там, Хана? Думаю, надо в мастерскую. Там поменяю колесо. Что? А как же дети? Как же волшебное шоу? Не беспокойся. Я попрошу Тая привести их туда в целости и сохранности. Да, Киндер, не беспокойся о них и езжай с Ханой. Хорошо. Вот и готово. Спасибо, Хана. Обращайся. Они, наверное, уже смотрят волшебное шоу. Симсалабим, абракадабра! Будут любить! Киндер! Что?
Ребята! Киндер, ты в порядке? Все отлично! Но почему вы здесь? Как же волшебное шоу? Мы беспокоились о тебе. Ты важнее для нас, чем волшебное шоу, Киндер! Ребята! Они хотят кое-что тебе показать. Правильно! Вот! Это рисунки, которые мы делали на горе. Мы рисовали то, что нам больше всего нравится. Да. И все нарисовали тебя. Я думал, что не очень нравлюсь вам. О чем ты говоришь? Ты всегда нас возишь. Ты присматриваешь за нами. Мы любим тебя больше всех, Киндер. Спасибо. И я вас очень люблю. Киндер, давай потом вместе поедем на волшебное шоу. Да, конечно. Киндер наконец осознал, как его любят дети. Мы все друзья. Начался еще один сложный день. Киндер усердно работает с самого утра. Приехали. Спасибо, Киндер. Не за что. Теперь я должен сам ехать в школу. Точно. Ты же тоже учишься. И как тебе школа для машин? А у тебя там много друзей? Я новенький. И еще не совсем освоился. И друзей у меня не так уж и много. Не волнуйся. Любой захочет подружиться с таким улыбчивым автобусом, как ты. Надеюсь на это. Ребята, сегодня мы с вами изучаем формы. Какой из этих предметов по форме похож на шину? Они все похожи. Я не знаю. Кто хочет ответить первым? Киндер, ты можешь ответить? Я? Что мне делать? Я не знаю. Киндер, я думаю, что ответ пончик. Ага! Местич! Правильный ответ, пончик! Правильно, ты большой молодец! Наступила перемена. Тая, спасибо за помощь! Ой, да не за что! Если ты чего-то не знаешь, спрашивай в любое время. Серьезно? Ага. Тут такое дело. Я хочу... поскорее с кем-нибудь подружиться. Но не знаю как. О, ты не переживай об этом. Я расскажу тебе, как сам стал популярным. Ребята! Даю! У меня есть кое-что забавное для вас. Что? Так пукает обезьяна. А так тигр. А так пукает слон. И правда забавно. Ух ты! Видишь? Теперь ты покажи что-нибудь забавное. Я? Что же мне им показать? А! Ребята, я тоже покажу вам кое-что забавное. Я играю музыку, когда еду назад. Ну, ладно. Так когда ты покажешь что-то смешное? О, нет, это же и была забавная штука. Нужно что-то делать. То же, что делал Тайо. Вот это смешно! Да что он делает? Ух ты! Я сделал так же, как Тайо, и все в восторге! Тебе надо быть поосторожнее. Совсем не классно! На уроке физкультуры. Получай! Ну, как вам? Это было классно, Тайо! Ты лучше всех! Надо же! И тут Тайо хорош! Видишь? Все хотят дружить со спортивными ребятами. Покажи свой лучший бросок. Хорошо. Отлично. Сделаю так же, как Тайо. Внимание, погнали! Это мой! Все не так просто! Я ловлю! Лови, Радик!
Катя! Хорошо. Получилось! Ого, Киндер, ты лучший! Ага! Хорошо, что я последовал совету Тая. Тебе не кажется, что он был грубоват? И никому почти не дал сыграть. Что будем делать после занятий, Лани? Надо подумать. Сначала поймай меня! Это было нехорошо! Я так напугана! Спир! Шайн! Эй, что случилось? По кабинету нельзя так быстро ездить! Это опасно! О, нет, прости! Я не знал! Нори, ты в порядке? Да, спасибо тебе, Тая. Ух ты! Тая, ты прямо супергерой! Иногда необходимо говорить «нет» проказникам, даже своим друзьям. Хорошо, я это запомню. Учебный день в школе для машин закончился. Что за звук? Да постой ты! Это... Я тебя поймаю! Уроки! Он ее задирает? Я поймаю! Иногда необходимо говорить «нет» проказникам, даже своим друзьям. Ладно. Стой! А? Что не так? Не издевайся над ней! Харт ведь это не нравится! А? Я буду за тобой следить! Мы же просто в догонялки играли. Что я не так сделал? Поверить не могу, что отругал Роги. Но я же помогал другу в беде, поэтому даже горжусь собой. Тайо, маленький автобус. Киндер, у тебя сегодня хорошее настроение. Мне кажется, я начинаю сближаться с ребятами в школе. Правда? Мы знали, что у тебя получится. Замечательно. Спасибо. Сегодня мы разобьемся на пары и будем петь песню. Так что найдите себе партнера для пения. Хорошо, Роги, давай петь вместе. А, да. Мы с тобой будем вместе. А что, если все хотят встать в пару со мной? Харт, будем партнерами. Спит, ты что, серьезно? Ладно. А кто хочет в пару со мной? У нас уже есть пара. И у меня есть. Ага. Ирач, ты встанешь? Тони! Давай уже начинать. Хорошо. Спасибо за все, за помощь, снег и зной. Спасибо за то, что ты всегда со мной. Что спасибо же случилось? Ну. Я думала, что всем нравлюсь. Что же случилось? Я думал, что всем нравлюсь. Ребята, давайте поиграем в мяч. Давай! Сначала разомнемся. Раз, два. Раз, два. Я буду делать так. Смешно. Ты чего делаешь? О, нет! Он же не заметил, как поднял пыль. Постойте-ка. Неужели я такой же? Начинаем. Ловлю. Давай, быстрее. Выглядит опасно. Ловлю. Хорошо. Неужели я поступал так же? Почему ты такой грубый? Что? Это же опасно. Ты отбираешь мяч. Я не буду с тобой играть, если ты продолжишь. Что? Нет! Как они могут говорить такое друзьям? Не издевайся над ней! И правда, все было именно так. Я не буду больше с тобой играть. Я это первый сказал. Я просто хотел быть хорошим. И, похоже, очень докучал своим друзьям. Почему же я раньше этого не понял? Наступил следующий день. Наверное, я сильно расстроил ребят. Они вместе? Они помирились после ссоры?
Привет, ребят! Привет, Киндер! Дюри, хочешь сегодня на физкультуре мы побежим в паре? Давай! О, как так? Вы же вчера говорили, что не будете вместе играть. Но... Мы уже помирились. Да! Как вы это сделали? Ничего особенного. Просто я набрался смелости и извинился первым. Так и было. Набраться смелости и извиниться? Так и сделаю. Киндер приехал в школу. Он искренне извинился перед друзьями за то, что успел натворить. Ребят, извините меня за все. Я хотел казаться забавным, но только доставлял вам неприятности. Я плохо себя вел на физкультуре, подвергая вас опасности. Я просто хотел подружиться с вами. Но от меня были только проблемы. Ничего, ты же не специально, правда? Я очень рад, что ты извинился. А я все еще чувствую себя не в своей тарелке. Это было так странно. Рогги, но он же перед тобой извиняется. Мне правда жаль. Я не понимал, что делаю. Ну ладно, только в этот раз. На самом деле я уже и подзабыл. Спасибо вам всем. О! Ух ты, Киндер! Ты уже со всеми подружился? Видишь, надо было следовать моим советам. О чем это ты? Следовать советам Таю? Я просто дал ему несколько советов, как можно стать таким же популярным. Неудивительно. Он нахватал неприятностей, следуя твоим советам. Что? Киндер, не нужно кому-то подражать, если хочешь произвести впечатление. Он прав. Мне хорошо от одной твоей улыбки. Правда? Вот такой? Приятно наблюдать, как Киндер заводит друзей. Все они прекрасные ребята. Киндер едет на ферму! Одним прекрасным утром Киндер ждал детишек из детского сада. Ну и где же они? Мы все такие радостные! Ведь сегодня мы поедем на ферму! И будем выращивать там свои овощи! Залезайте! Я вас туда в мир довезу! Хорошо! Не толкайтесь! Что ж, поехали! Киндер отвез детишек на ферму. Приехали! Аккуратнее, не споткнитесь. Здесь мы с вами будем выращивать овощи. Ух ты! Здорово! Детишки! Привет! Добрый день! Добро пожаловать на ферму! Что это за овощи? А здесь что растет? Это вам придется узнать самим. Если будете заботиться о своих грядках, то увидите, что там растет. Но вы же справитесь, да? Да! Это будет весело! Дети разделились по парам и слушают фермера. Дети, что нужно овощам, чтобы вырасти большими? Еда! Мама говорила, если много кушать, я вырасту большим! Вместо еды овощам, чтобы расти, нужны солнце, вода и удобрения. Ясно! Давайте польем растения и удобрим почву. Да! Как же весело! Вот так. Вот так. Поможешь мне? Сейчас! Вот тебе водичка. Пей побольше, чтобы поскорее вырасти. А? Киндер, глянь сюда! Гусеница! Она не страшная! После долгого дня на ферме Киндер отвез детей назад в город. Ребята, интересно, что вырастет на наших грядках? Надеюсь, что это моя любимая клубника. А я надеюсь, что огромный арбуз. А я хочу, чтобы у нас выросло много шоколада. Ты что, не глупи? Дождь пошел. А что, если растениям будет плохо от дождя? Точно, они же могут простудиться. Не волнуйтесь. Дождик поможет овощам расти. Правда? Конечно. Фермер же говорил, что овощам нужна вода, чтобы вырасти большими.
И правда говорил. Надеюсь, дождик будет сильный, чтобы овощи выросли большими. Да! Несколько дней спустя Киндер и дети вернулись на ферму. Посмотрите! Овощи так сильно выросли. Наши ведь тоже должны подрасти. Пойдем поглядим. Что? Почему наши овощи такие маленькие? Я не знаю. У нас самые большие овощи. И наши тоже. Но только не наши. Мы их поливали и хорошо удобряли. Ребята, гляньте сюда. Ух ты! Какие красивые! Ребята, у наших овощей выросли цветы! О, серьезно? Надо же, и правда! Надеюсь, у наших тоже появятся цветочки. Если приложим усилия, то и у нас вырастут. Верно! С этого дня дети стали еще усерднее работать на грядках. Только взгляните. Ух ты, здорово! Посмотрите, у нас тоже. Угу! Вот как. А у вас не выросли? Такие мелкие, нет плодов. Еще увидите, у нас на грядке будут самые большие плоды на ферме. Сейчас только полью как следует. Откуда тень? Киндер, отойди! Ты нам свет загораживаешь! Овощам нужно солнышко, чтобы расти! Простите! Почему вода не льется? Киндер! Ты наехал на шланг! Почему ты нам вечно мешаешь? Простите! О, нет! Киндер привез детей и обратно к садику. Приехали. Аккуратнее. Мы вернулись! Дети! Пока. Увидимся завтра. Хорошо! До свидания! Папа, у нас наконец-то появились плоды! Да, пап, у нас тоже! У нас огромные овощи! Надо же! Юрий, что случилось? У всех ребят уже появились плоды на грядке, а у нас еще нет! Не плачь, сынок! Твои овощи тоже скоро вырастут! Надеюсь! Идем домой! Юрий! Маленький автобус. Дюри, наверное, очень расстроена за меня. Придумал? Я помогу его овощам быстрее расти. С этого дня Киндер каждый день ездил на ферму и ухаживал за растениями. Киндер! Приветики! Ты не хочешь с нами на игровую площадку? Простите, но у меня дела. Мне уже пора. Пока! Давай, пока! Вот так. Несколько дней спустя Киндер вновь приехал на ферму. Овощи должны уже были вырасти. Я же так старался. Что? Плоды так и не появились? Щекотно! Слез с меня! О, нет!
испортил всю грядку. Когда они это увидят, то точно обидятся. Ты нам всю грядку испортил! От тебя одни проблемы! О, нет! Надо сказать им завтра правду и извиниться. На следующий день Киндер повез детей на ферму. Что же я им скажу? Сегодня мы с вами соберем овощи, которые посадили. Как же здорово! Я уже прям жду не дождусь! Я тоже! Дюри, наши овощи ведь уже успели вырасти? Конечно! Они будут просто огроменными! О, нет! Они так расстроятся, когда узнают, что я разворотил грядку. Приехали! Смотрите, не споткнитесь! Быстрее! Побежали! Ребята! О, что-то не так, Киндер? Я должен вам кое-что сказать. Что здесь произошло? Наша грядка испорчена. По правде, я приезжал ухаживать за вашей грядкой, но случайно ее испортил. Мне правда очень жаль. Ребята, взгляните туда! Что это? Это же картошка! Выходит, мы не видели никаких плодов, потому что они были под землей! Фух, как же я рад! Вы все овощи собрали? Да! У нас выросли длинные баклажаны. А мы насобирали целую кучу красных помидоров. Мы откопали кучу большой картошки. Надо же, все так славно потрудились. Теперь вы все юные фермеры. Киндер, спасибо тебе, что ухаживал за нашей грядкой. Благодаря тебе наша картошка выросла большой. Здорово. Так что... У нас для тебя подарок, Киндер. Что? Ребята! Заботься о нем так же хорошо, как заботился о нашей картошке, ладно? Да, конечно! Большое спасибо! Там гусеница! Не забудь подарок, Киндер! Работа на ферме подарила Киндеру и детям опыт, который они никогда не забудут. Пэт смеется! Спиди и Шайн устроили гонку. Все быстрее! Да как же! Спиди, Шайн, из места! Так, я сколько раз говорил, никаких гонок. Ну все, вы под домашним арестом. Что? Пожалуйста, простите нас! Мы больше не будем! Хорошо, но в следующий раз держитесь. Нечего их больше отпускать. Руки, Пэт. Привет. Привет. Тайо, ты переехал линию. Простите, я не видел. Ездить надо только по правилам. Я только колесом встал. Что? Тайо, правила следует соблюдать аккуратно. Ладно. Вот и хорошо. Вы тоже будьте осторожнее. Поезжайте. Спасибо! Ну, пока! Пока, Пэт! Руки. Нельзя их так легко отпускать. Многие стали нарушать правила. С ними надо быть строже. Пэт решил еще строже следить за порядком. Пирача, перегруз. Извини. Ты согласна? Когда едете, смотрите на дорогу. Промахнулся. Не проезжай остановки. По-моему, Пэт немного переборщил. Ребята, пошли играть в мяч.
Чикотно, что это? Это перышко. И можно от тебя щекотать. Нет. Играть с мячом у дороги очень опасно. Могла случиться авария. Вы, наверное, испугались. Не плачьте. Ой, что случилось? Пэт, с детьми все-таки не надо так строго. Но они же должны понять, что так делать нельзя. Это можно сделать и помягче. Пэт в последнее время такой страшный. Да. Я вообще ничего не сделал. Я так боюсь, что уже даже никуда не езжу. Вот бы он был немножечко добрее. Да! Настал следующий день. Ну, приступим к работе. А? Алло, здравствуйте. В чем дело? Здравствуйте. У нас будет урок по правилам дорожного движения. Вы не могли бы приехать и провести его? Это моя профессия. Мы с Пэтом приедем. Ну, не могли бы вы приехать один? А то дети теперь боятся Пэта. Кто тебе звонил? Да не важно. Пэт, может тебе быть подружелюбнее? Что? Поддерживать порядок в городе – серьезная работа. Ладно. Это Спиди и Шай. Эй, вы себя хорошо ведете? Конечно! Мы больше и гонять не будем! Да? Не будем? Ладно. В чем дело? Что с тобой? Все хорошо? Да, да. Можете ехать. Ну ладно. Это хорошее настроение. Раньше он так не смеялся. Пэт, в чем дело? Я не знаю, почему ты стала щекотна. Наверное, Пэта щекочет то самое перо. Приключения Тайо. Привет, Тайо. Руки, Пэт! На сей раз я линию не пересек. Хорошо, Тайо. Нам пора, пора. Пока. Что это с Пэтом? Да это и не важно. Главное, что он меня похвалил. Однако Пэт по-прежнему продолжает смеяться. Привет! Привет! Нори! Привет! А Пэт в хорошем настроении! Пэт, все хорошо? Может, нам надо заехать в мастерскую? Да, давай заедем. В чем дело? Ты что, потерялась? Да. Не волнуйся, я отвезу тебя в садик. Поехали. Что случилось? Как страшный, я в него не сяду.
совсем не страшный. Я его боюсь. Видишь, он не страшный. Ну что, поехали в садик. Испугалась, наверное. Тут Пэт. Большое вам спасибо. Да ну, это наша работа. Что же со мной такое? Завтра еду в мастерскую. Не дома! Привет! Тайо, ты в хорошем настроении? Да, потому что меня сегодня похвалил Пэт. И он при этом вот так смеялся, и мне стало так хорошо. Точно, кажется, у Пэта отличное настроение. Мне от этого даже захотелось еще больше следовать правилам. Вот как, правда? И я буду ездить по правилам, пусть Пэт меня похвалит. Тебе это будет трудно. Что? На следующий день Пэт приехал в мастерскую. Вроде бы все в порядке. Да? Что же тогда с ним? Хана, ты что-то нашла? Посмотри-ка. Щекотно! Что это? Это перо как раз и щекотало Пэта. Перо? Перо? Посмотри. Щекотно! Наконец-то понятно, в чем дело. Ты рад? Я так смеялся. Меня никто не будет слушать. Полицейские должны быть серьезными. Я теперь плохой полицейский. Мне так не кажется. Что? А ты поезжай на дорогу и сам все увидишь. Что это имело в виду, Ха? Привет! О! Привет! Доброе утро! Можно перестроить? Конечно! Видишь, Пэт, разве в городе не стало безопаснее с тех пор, как ты стал смеяться? Все соблюдают правила, хотя ты их не ругаешь. А знаешь, ты прав. Я так старался быть серьезным. Теперь я буду поддерживать порядок по-доброму. О, как чудесно! Здравствуйте. Помните, я вас просила провести урок? Можете все-таки приехать с Пэтом. Дети хотят его видеть. Да! Пускай приедет Пэт! Конечно, мы сейчас приедем. Руки, кто тебе звонит, скажи. Ребята из детского садика очень хотят тебя увидеть. Ты же поедешь? Да, конечно. Теперь Пэт всегда смеется и со всеми добр, даже когда ему щекотно. Гонка Тайо и Диди Бо! Одним чудесным утром Тайо наслаждался своей работой. Я права! Нет! Автобусы быстрее! Нет, поезда быстрее! О, дети, вы чего? Спросим у Тайо, кто быстрее. Да. Тайо, скажи, кто быстрее, автобусы или поезда? Кто быстрее, автобусы или поезда? Конечно же, автобусы. Роги? Вот, взгляните, какие мы шустрые. Да! Я же говорила. Не верю. Тайо приехал на автобусную остановку возле вокзала. Приехали, ребята, мы на вокзале. Спасибо, Тайо. Тайо.
А? Привет, Диди Бо! Привет! Смотрю, ты работаешь. Ага. О, это же Диди Бо! Диди Бо! Привет! Диди Бо, а поезда медленнее автобусов? Медленнее? Ну... нет, не думаю. Видишь, я же говорил. Нетушки, автобусы быстрее. Так ведь, Таю? Устроим гонку и тогда увидим. Ладно, ты думаешь, мы струсим? Таю, согласен на гонку? Что? На гонку? Ну... Видишь, Тая не уверен, что победит. Он не уверен, да, Таю? Конечно. Значит, не отступишься? Диди Бо, ты согласен на гонку? Так Таю и Диди Бо согласились провести гонку. Сомневаюсь. Что? Ты согласился на гонку против Диди Бо? Это как-то само собой вышло. Но поезда очень быстрые. Все потому, что Роги сказал, что автобусы быстрее. Да ты справишься! Давайте докажем им, что автобусы быстрее поездов. Но поезда определенно быстрее. Ерунда! Если потренироваться, то кто знает, может, и победишь. Да, давай, Тайо, отстоим нашу честь. Решено. Тогда я помогу. Хорошо, я согласен. С завтрашнего дня начнем тренировки. Ладно. На следующий день Тайо и его друзья согласились встретиться для тренировки. Где это все? У нас же тренировка. А? Ну что, готов заниматься по моей особой программе тренировок? По особой программе? Поднимись по горке с привязанной шиной. Пошел! Тайо, давай, тяни сильнее! Ну же, Тайо! Теперь мы потренируемся в быстрой езде. Да, в этом я хорош. Вперед! Гляди, какой я быстрый! Ай! Как холодно! Что вы делаете? Айо, если не хочешь на мостик, придется быть быстрее. Что? Хватит! Быстрее! Я так больше не могу. Таю, ты справишься. Осталось последнее задание. Поехали! У нас же еще одно задание. Почему вы танцуете? Скорее поезжай за ними. Что? Приехали! Нельзя вот так сразу уезжать. Поэтому ты должен внимательно слушать, когда дают сигнал. Какой сигнал? О, понятно. Тайо и его друзья продолжили тренироваться. Вперед! Вечером к Хане в гости зашел механик Тео. Привет, Хана. Вот инструменты, которые ты просила. Спасибо, Тео. Ты меня очень выручил. А кстати... Ты еще не слышала про гонку? А? Тайо против Диди Бо. Что? Мы вернулись! О, Тео! Добрый вечер! Привет! Привет всем! Тайо, это правда, что вы с Диди Бо решили устроить гонку? Мы докажем всем, что автобусы быстрее поездов, да? Тайо, ты точно победишь Диди Бо! Да, тебе просто нужно выложиться так же, как сегодня. Ну, правда? Ну, ладно. Да, ты сможешь, Тайо! Ты сможешь! Ребята, поверить не могу. Тайо! 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 Ура! Тайо, вперед! Тайо, маленький автобус! Чтобы приготовиться к гонке, Тайо тренировался изо всех сил. Вот так! Молодцом! Тайо,
мы справимся! Давай, Таю, быстрее! Таю! 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 Так держать, Таю! Сегодня ты был намного быстрее, чем вчера. Все это лишь благодаря вам. Вот это да! Какой быстрый! Увидев, как быстро мимо них промчался поезд, Тайо начал сомневаться в себе. Тайо, все хорошо? О, это же Тайо! Почему он такой грустный? Лани, вряд ли я смогу победить. Ты чего? Я знаю, ты сможешь. Не переживай. Таю. И вот настал день гонки между Таю и Дидибо. Поезда и автобусы со всей округи приехали ее посмотреть. Наверное, гонка скоро начнется. Класс! Вперед, Таю! Вперед, Дидибо! Таю, ты же долго готовился? На старт! Внимание! Что ж, поехали! 3, 2, 1, вперед! Погнали! Таю, такой быстрый! Поэтому ты должен внимательно слушать, когда дают сигнал. Какой сигнал? Наши тренировки точно пошли на пользу. Да! Если Таю продолжит в том же духе, то он победит. Давай, Таю! Ты сможешь! Вот так, да! Я едва тебя догнал! Что, Дидибо? Не отставай! Да! Дидибо поехал быстрее! Мне надо ускориться! Что? Ух ты! Давай, подожди! Таю, давай! Вперед, Дидибо! Дидибо замедляется! Я смогу его догнать! Вперед! Я впереди! Что произошло? Похоже, случилось авария! Поехали, живо! Давайте спасать! Да. Осторожно, не спеши! Спасибо, Тото! Пустяки! Таю, все хорошо? Не сильно ушибся? Ага, да, все нормально! Скажи, Таю, что случилось? Таю! Ребята! Таю, ты в порядке? Хана! Стой, дай-ка взгляну. К счастью, ты сильно не пострадал. Прости. Если б не авария, Таю точно бы выиграл. Обидно. Роги! Дидибо! Ты шел впереди меня. Почему же ты замедлился? Лани, вряд ли я смогу победить. Ты чего? Я знаю, ты сможешь. Не переживай. Таю. Ну, это все... Это все благодаря моей программе тренировок. Она помогла Таю стать намного быстрее. Что? Да, именно. Это не я замедлился, это ты ускорился. Как-то это подозрительно. Подозрительно или нет, пообещайте, что вы больше не будете устраивать гонки. Что? Ладно, ладно. Да, автобусам и поездам нет никакой нужды соревноваться. Роги, ты же сам их подначивал. Что? Да брось, я всего лишь шутил. Что?
вечеринка и закончилась, а дружба Таи и Дидибо стала еще крепче.